проститься. Провожаешь папу? Пойдем. А может я тебя провожу, а потом сама выйду или как? Ну куда ты проводишь меня? Вот терминал, ты видела уже. Все, да. И закончилось папино путешествие. Да, подошло к концу. Дочь меня провожает. Я уезжаю в свой Барнаул, а она остается в Питере. Пока еще не твой Питер. Но давай так, чтобы Питер стал твоим. Да, время. Буду покорять Питер. 8 часов. Мы выходим на платформу. Да, девочка? Ладно, да, не папа. Грусти давай. Все будет хорошо. Самое главное, это хорошо учиться, чтобы были одни пятерки. Приедешь на каникулы. Чем быстрее сдашь экзамены, тем быстрее приедешь. Так что давай, чтобы все были у тебя автоматы и зачеты. Автоматы и зачеты? Да. У меня будет только красный, только на красный заканчивать. Все отлично. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Да, вот женщина стоит, не пускает. Да, не пускает. Потому что там надо пройти. А ты так что, опять пойдешь проходить? Нет, опять контроль придется проходить. Ну ничего, мне время еще позволяет туда-сюда. О, 39-й наш ушел. Нет, чтобы отсюда в город уехать, надо они тут, видишь, сесть каждый на 39-й автобус. Он так идет до станции метро Московская. Стоимость билета 40 рублей. Поэтому приобретайте карты подорожник. Она стоит сама 60 рублей. И тогда проезд будет стоить 31 рубль. В Питере очень неудобная система оплаты транспорта, конечно. Потому что есть коммерческие какие-то автобусы с буквой К. Есть простые, муниципальные, где действуют проездные билеты. Коммерческих не действует. На метро проезд стоит 45 рублей. Если по подорожнику, то будет стоить 36 рублей. Тоже странно. Система. Если покупаешь проездной билет, то всего можно 100 поездок сделать на метро. На остальном транспорте не ограничено. Ну что, поедешь? Не, я на следующий. На следующий подожди? Да. Ну ладно, всем привет, мы прощаемся. До новых встреч. Все, дочь проводил. Пока-пока. Доча уехала на автобусе. А я пошел наверх. Вон туда, в зону отправления пойду. Нет, я пойду в другую сторону. Там народу поменьше. Пойду туда. Пошли на взлет. Питер, прощай. До новых встреч. Новосибирск. Приземляемся. Прилетел обратно. Путешествие закончилось. Встречаем дочь. Аэропорт Барнаул. Ждем
самолет приземлился, сейчас должны его подкатить, вон он стоит. 26.01 авиакомпании СССР. Производится выдача багажа пассажирам, прибывшим рейсом 26.01 авиакомпании СССР. Вот и встретились. Ладно, не свалитесь. Пошлите, пошлите на улицу. А. Съемка не получилась. Почему съемка не получилась? Все получилось. Миша-то где? Потерялся. Миша, наверное, не дождался. Лет. Не надо снимать. Дождался. Маша. Папа, я снимаю. Кого у вас Барнауле? Папа. У вас Барнауле тепло. Вот он, Барнаул. Вот он, кукурузник. Где Миша? Все. 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 Миша ждет.